Так, ну что, здравствуйте все. У нас очередной стрим по средам. И сегодня я буду делать то же самое, что и неделю назад. Я буду пробовать ковырять OpenTunes, а в конце немножко позанимаюсь аниматиком для Маривны. Так, в прошлый раз я довольно долго ковырялся с одной задачкой. Сегодня я возьму чего-нибудь попроще. Ну, я надеюсь. Вот у меня тут есть прекрасная задачка. Заменить EV и NS на X и Y. Ну, в общем-то, элементарно. Сейчас объясню, о чем идет речь. Так, где там? OpenTunes, вернись. Вот он. Значит, в OpenTunes вместо обычных обозначений X и Y по горизонтали и по вертикали используется обозначение EW и NS. Что это значит? Вы, если не знаете, здесь, кстати, тоже, ну, догадаться довольно сложно. EV это East-West. Запад-Восток. Восток-Запад. Да. Вот. А NS, это уже догадаться легко, это North и South. Север-Юг. В общем, такая вот географическая терминология, и она совсем неудобная. Поэтому сейчас вот я прям сходу буду пробовать эту ситуацию изменить. Значит, с чего я вообще это все начал? А начал я вообще с того, что я, прежде чем делать эту задачу, я поступил по-правильному на этот раз. Я зашел на OpenTunes и написал, ну, оформил IZUE. То есть IZUE это как бы сообщение об ошибке или сообщение о том, что, ну, как бы, тип, я вообще рассматриваю это как задачи. Задачи для разработчиков, что вот хорошо бы сделать вот это. Чем это хорошо? Это хорошо тем, что даже если я уже знаю, как сделать эту задачу, я все равно ее сюда отправляю, во-первых, потому что я могу получить фидбэк от комьюнити. Вот, я могу получить какой-то фидбэк, вот, например, вот здесь предыдущая фича, вот это, тут у нас большая дискуссия, это довольно, вот, кто смотрел предыдущие стримы, те, наверное, знают, что видели, как я несколько раз терял, ну, особенно даже в прошлом стриме, как я несколько раз терял информацию из-за того, что я не сохранял сцену вовремя. Я ее сохранял, но не вовремя. Вот, и я предложил это исправить. Вот, тут у нас была некоторая дискуссия, и Шун Ивасава мне указал на такую вещь, что, в общем-то, то решение, которое я предлагал, оно не будет работать в некоторых случаях, потому что, в общем, там у них есть особенность. В общем, оказывается, они иногда работают на студии у себя на Гибли, иногда работают в таком режиме, что они создают сцены, которые не нужно сохранять. Вот так, которые не должны быть никогда сохранены. Вот, и поэтому мне как бы вот пришлось внести кое-какие коррективы в свое предложение, задачу. Вот. Тем не менее, ну, как бы это, я хотел на самом деле эту задачу сделать, но мне кажется, она будет сейчас сложновато. Я бы хотел сегодня как бы быть немного покороче. Поэтому, вот, возьмем что-нибудь совсем простое, X, Y, а там, если останется время, там посмотрим. А меня вообще слышно? Так, меня вообще слышно? А, экран не видно. Я не включил экран. Так, окей. Для тех, кто в Дискорде, теперь будет экран. Вот.
Так, а ВКонтакте у нас есть чего-нибудь? О, вроде есть, я там ручкой машу. Прикольно. Так, вот. В прошлый раз я настраивал среду NetBeans, и, знаете, после того, как я ее настроил, я ее больше ни разу не смог нормально запустить, потому что она каждый раз зависает. И поэтому я решил сегодня, ну, попробовать немного другую среду. Это... Сейчас начнутся крики. Это Visual Studio Code от Microsoft. Вот. Она там вообще это... Целое... Ну, в общем, я ее вижу, эту среду, в общем, сейчас вот второй раз. И сейчас мы с вами будем пробовать, во-первых, смотреть, что умеет среда, а во-вторых, смотреть, что сможем с ее помощью сделать мы. Вроде она пока что как-то, ну, полегковесней. Здесь, во-первых, есть прикольно поиск. Так. Search. E. Вот, мы сейчас найдем эти злосчастные... Во. Где у нас вообще это EW встречается? Угу. Так. Case sensitive сделаем. Ну, в принципе, так-то... А, ну это все переводы. Переводы — это не страшно. Ну, давайте воспользуемся нашим предыдущим методом, который я показывал, потому что мне он сейчас более привычный, но там... Кстати, вот это уже версия OpenTools, она содержит все последние изменения из официального OpenTools, с которой я сейчас буду работать. Так, ну давайте... То есть сейчас будем с более новой версией работать, со свеженькой. Ну, этот вот бинарники нашел. Ну, ладно. Бинарники нас не интересуют. Ну, вот, казалось бы, да, ребят, задача такая простая заменить, а здесь довольно-таки много всего. Ну, это понятно. Это... Так. Так, это переводы. Это переводы. Они потом, ну, в принципе, сами обновятся. Хотя мы можем их тоже заменить. Ну, о, тут вообще это не то... Так, это просто случайное совпадение. Ну, в принципе, не так уж и много. Вот основная, вот наш основной фронт работы. Вот. Причем это вот не надо. Так, хорошо. Что нам? А выше, вот еще став конфиг курент текста. Ага. Давайте вот так сделаем. Угу. Ну, давайте вот просто вот слепо попробуем это заменить и посмотреть, что будет. Может быть, что-нибудь отвалится. Так. X. Y. Вот, тут уже Z, видите? Так что... Угу. Так, есть. Сохранили. Так. Дальше. Вот я сейчас, да... Буду действовать как обезьянка с гранатой. Так. Так, он еще показывает, сколько совпадений. Три совпадения. Увлекательная работа. Так.
тем не менее, я давно этого ждал. Я это очень давно ждал. Есть иногда как бы такие рутинные задачки, когда устаешь от решения каких-то проблем, когда не знаешь, ну, есть такие проблемы, когда не знаешь, вот вроде типа думаешь час потратить на них, а в итоге получается ты 2 дня провозился и, в общем, а еще иногда бывает 2 дня провозился и еще и не сделал, вот это вообще, потому что там, может быть, невозможно ее сделать. И вот после таких задач, вообще вот такие вот тупые рутинные задачи, они, ой, прям как хороши. Сидишь, знаешь, что вот это все, кстати, тут и, а, или это я сделал, сидишь, вот тут переименовываешь себе и знаешь, что точно эта работа будет через столько-то времени закончено. Так. О, у нас 2 зрителя. Так, вопросов пока нет. Комментарии, когда вот такие видишь в коде. Так, это не для нас. Это тоже не для нас. Это тоже. Так. Та-та-та-та-та. А вот в переводах. Это же переводы. Это переводы. В переводах мы обезьянкин труд делать не будем. У нас так даже видите, я японский правлю. Наверное, я надеюсь, что я правильно. Ну ладно. Так, что у нас? Так. А сейчас мы сделаем хитрость. Так, значит, tunes, sources. Translations. О, у нас здесь только переводы, да? О, родной. UV заменим на X. Это круто. О, круто, он даже показывает прям вот, в реальном времени. Это мне нравится. Так, а как его заставить выполнить? Вот сюда, наверное, нажать. Тыщ. Тыщ. Так, супер. Так. И здесь то же самое. Тыщ. Так. Давайте посмотрим, что же мы тут наколбасили. По-хорошему, конечно, вот тут есть еще такие интересные комбинации. Вот это внутренние переменные, которые, возможно, имеет смысл бы тоже заменить. Это, конечно, рефакторинг, но... Так, это вообще что за папка? Это нам не нужно. Так, тысяч. Это вообще... Так, мы на...
Вот мы пока вот это запомним. Благо тут совсем немного чего менять. Вот, и попробуем пока что. Не, ну давайте все-таки вот это посмотрим, что у нас вот по этой строке найдется. Так, это уберем. Так, ну, по крайней мере, поиск в этой IDE мне уже нравится. О! Ну, тут... Тут-то вообще, в общем-то, ничего нету. Но у Тунзы есть опасность, на которую мы натолкнулись в прошлый раз. То, что она иногда очень любит использовать префикс, вот эти вот первые буквы, менять. То есть мы, в общем, сейчас ничего не нашли, а если мы изменим, все сломается. Вот, поэтому, ну, в принципе, нет, тут вроде безопасно. Ну, по-хорошему, тогда, конечно, и это бы поменять. Давайте. Была, не была, сейчас все равно скомпилируем и посмотрим. И то же самое сделаем вот с этим. Так, у нас на ЕВ ничего не реагирует. Вот. Ну да, это безопасно. Чтоб уж как бы сделаем, как говорится, хороший рефакторинг. Так, раз. Ну все, теперь остается только... А, сейчас мы... Ну, пока не будем. Stsource... Так, где там? Tunes, build... Так, и собираем. О, это уже он будет долго собирать. Так, ну... О, что там? Он еще тут какие-то проблемы. А, ну это он просто пытается это как код анализировать, видимо. Так. Ну ладно. Пусть пока собирается. О! Ну, наконец-то. Я увидел это сообщение, что в Discord идет картинка. А как так? Так. Может, я не туда нажал? А, ну, конечно, я не туда нажал. Ну вот. Так, ну, в принципе, пока тут у меня компилируется, можем, в принципе, поковырять еще какую-нибудь фичу, например, вот у меня тут есть вторая папка. Хотя, ну да, как-то долго компилируется. Мы можем поковырять вторую фичу, которая мне тоже очень хочется ее сделать. Это переместить Global Key в начало панели. Это сейчас... Вот, я показывал. Кстати, можно и поработать пока. Может, пока аниматик пособирать. Я показывал эту штуку, что когда у меня... Ну, здесь-то Global Key, она, во-первых, здесь прилеплена. Когда я работаю вот в режиме All, Global Key уходит вот сюда, далеко.
И это очень жутко неудобно. Во-первых, потому что пользователи ее не видят. Для новичков сложно найти, я сам с трудом нашел. Вот. А во-вторых, неудобно каждый раз. Вот мне нужно что-нибудь здесь, потом я бегу сюда, потом обратно. Это же ужасно. Global Key надо было сюда, конечно, поставить. Ну ладно, не будем гнаться за несколькими зайцами. Вместо этого позанимаемся немножко раскадровочкой. Вот у нас уже тут сцены. Давайте перетащим это на другую рабочую область. Тут тесновато уже как-то. Это и это. Это не одно ли то же? Двести пятьдесят шесть кадров. Очень похоже на одно и то же, но как-то не по порядку. Пятый сюда влез почему-то. А здесь все нормально. Ну, ладно, так. 236 против... Здесь меня все устраивает. Делаем новую сцену. Вот, мне как раз вот это очень не нравится, что он сейчас, если я что-нибудь сюда импортирую, то он это не сохранит. Давайте, кстати, попробуем.
Ой, кто же у меня так грузит? Ну, наверное, трансляция грузит. Так. Так, вот эта сцена. Так, кстати. Тут мы нажимаем импорт. И файл для нас, в общем-то, можно сказать, потерян, потому что написано Extras, MariaOnNet 02. Вот сейчас, если мы теперь его сохраним. Если мы его сохраним, переключимся на другую сцену. Так, вот здесь. Эти сцены с ТТТ полный путь. А там путь. Ну все, мы потеряли его. Экстрас папка. Этой папки просто нету. Вот такой вот баг. Ну ладно. Вязко. Машина работает. Кто там жрет? Я знаю, кажется, кто жрет, конечно. Начинается на диск, окончается на орд. Угадайте с двух раз. А нет, я был не прав. Окей. Ага. Компилятор. Наверное, я был как-то слишком неосмотрителен, когда запустил в 4 процесса. Давайте сделаем так и поменьше процессов сделаем. Так. Ну ладно, будем пробовать. Так, что у нас опять что-то не получилось? Перезайдем. Так, тут стрелочка. Так, может тут какую-нибудь интерполяцию сделаем? О, прикольно.
оставим пока так. Новая сцена, сохранить. 17. Вот сейчас будет интересно. Вот эта сцена. Иван поднимается на склон, на возвышенность. Этот кадр объединяем с 13. А, вот с этим вот. Испугивает птичку, и птичку вот тут спугивает. Ну хорошо, экшен хоть какой-то пошел на мою голову. Так, стоп. Эти два, значит, объединяем. Так, я сохранил. Раз. Я думаю, тут будет ракурс типа в фокусе или не в фокусе. Вот сейчас можно попробовать сделать интересную штуку. В принципе, это же все. Мне нужно сделать, чтобы вот он был, а спереди здесь была вот эта штука. Так, пока не понял. Сейчас попробуем. Так, калька нам ничего ощутимого не дает, потому что у нас белый фон. Сейчас можно попробовать сделать интересную штуку. Не знаю, сработает или нет, но... Так, по крайней мере, уже есть какая-то прозрачность. Так, сохранимся. В общем-то, кстати, на самом деле, большинство эпизодов я так и делал. Я имею в виду, что дописываешь какую-нибудь функцию там в синфиге, ставишь компилироваться, а пока ждешь, делаешь. Делаешь анимацию. Вот это нужно? Не нужно. Константин, доброго дня. Доброго дня. Михаил, это ты? Да, 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 привет. Вот выдалась тут минутка, видел, что стрим. Ага, смотреть особо нет времени, я там посмотрю. Вот, там, а будет запись? Посмотреть, что добавляется, что делается. Да. Будет запись потом? Да. Я ВКонтакте оставляю видео, так что можно потом посмотреть. Ну, и на... А еще вот хотел спросить.
По блендеру, по Гриспенсилу стрима, что-то я... Меня человек спрашивал просто, ну, там, по информации какой-то, я ему скидывал всякие там мастер-классы. А вот который у нас тогда был, я что-то не нашел. Он не выложен еще или выложен? Да, я его нашел. До сих пор так и не выложил. Он у меня лежит в очереди. Вот. Понятно, понятно. У меня вообще такая очередь, я сейчас прямо вообще с... Вот там ужас сколько лежит, и еще надо записывать. Слушай, кстати, я на самом деле как бы думаю сейчас на днях перезаписать тот стрим, помнишь, который вторая часть первого занятия? Да. Вот, да. Ты его еще не начинал, надеюсь, монтировать? Нет, я сейчас, ну, потихоньку тут вышел на работу, а я на работе как бы и жнец, и на дуде игрец, то есть я там, поэтому сейчас у меня такой период, когда я там должен организовывать работу других, ну, он такой, ну, не каждодневный, то есть я могу, в принципе, там, найди время вот в конце этой недели, на той неделе, то есть у меня будет время, так что можно там или списаться, или... ну, да или я, если не я надо как раз списываться, можно к тому, напрямую. чтобы это, чтобы да, чтобы ты пока его не брался делать, я бы, Хорошо. наверное, начало бы перезаписал, потому что вот, уж, вот, короче, мне кажется, там Окей, надо окей. перезаписывать. Ага. Хорошо, да, тогда я, ну, просто на почту можно там, или как что, ну, я почту, ну, у меня постоянно на телефоне, если что, я быстро отвечу. Хорошо. Редко пропускаю, если там какие вопросы, и еще если готов. Вот. Хорошо, Хорошо, спасибо. хорошо. Ага. Да не за что, не за что. Чем смогу, тем постараюсь помочь. Ладно, буду... С ребенком написали три истории. И вот сейчас хочу распечатать, а потом иллюстрации будем делать. О, да вообще ребенку. Класс, вообще супер. 3 года сижу, печатаю на компьютере. Он говорит, давай я буду рассказы сочинять. Класс. Ну, не знаю, что получится, нечего. Только наоборот, у детей иногда, знаешь, оно самое такое прям вкусное, потому что у них комплекса вообще никакого нету, и они шабарят все, что в голову придет. Да, нет вот этих блоков. Да. Моральные. Да, и то есть там одно из девочек Жигули, и он ее за это в полицию сдал, а она через несколько дней сбежала. То есть вот пришла, и он ей еще что-то выговорил. Ну, такое, у Хармса есть похожее, где там у девочки что-то была конфетка, и что-то она ее съела и умерла, что-то такое. Папа внес на кладбище хоронить. Потом тоже очень смешно. У Хармса очень смешная история. Вот, вот мне напомнило, хотя он, Хармса мы ему не читали пока, по-моему, не было. Так что, ну ладно, ладно, побежал я. Все это, потом, надеюсь, увидеть запись, интересно, что там и по коду, как-то подглядеть, как это делается, и что сейчас анимируется, что я не очень понимаю. Ну да, и да, я сейчас что так просто... Что делается на экране, а что это? Ага, значит, особенно учитывая, что я включил сначала веб-камеру, только трансляцию, то, наверное, вообще было не очень видно. Хорошо мне подсказали. Ах! О, слетело. Учитывая что, слетела фраза. Не расслышал. Учитывая то, что я сначала включил отображение только того, что камера снимает, но не экран. Да, я это немножко... Я на машине ехал, включил, телефон лежал. Я думаю, интересно, ну... Как же понять? Наверное, это да, режиссерский ход такой. Да, ну, ну, для понимания там пролистаю, послушаю, что, ну, как бы, что дальше. Суть ну, процесса, так, я на самом делать. Деле ничего особенного сейчас не показываю, я просто ковыряюсь. Вот, потому что я понял, что я сейчас не готов дальше давать уроки, пока я какие-то исправления в коде не сделаю. Ну, да, это я понимаю, работа такая. Ага. Сложно. Это когда опыта нет, хочется все сразу. Тут я понимаю, что как бы все не спеша, так что делается, то делается. Да, наверное. Ага. Ладно, все, побежал, то прям ладно, правда давай, не успею. Ага, да, ага, да. Пока, да, рад был слышать.
Смотрим, что у нас дальше. А, я хочу птичку отрезать. Птичку отрезать от... Ну да, лучше, конечно, еще это отрезать. Так, а как лучше? Ну, кстати, вот мне понравилось, удобно вот это с этим работать, когда у тебя растер перегнался в вектор. Это прям мне понравилось. Потому что с частями совсем другое дело. Ну вот, приятно, когда люди заходят, чего-нибудь это вещают. О, кстати, сейчас мне как раз звонок. А, так, придется немножко на 5 минут мне отключиться. Так, сделаем вот так. Так, раз-раз, я снова с вами. Так, ну вроде никто ничего не комментирует. Так, ну, знаете, я уже вот работаю потихоньку, даже такое ощущение, что осваиваюсь с этим всем делом. Удобно, конечно, особенно с вектором работать. И теперь, так как у нас ну я тут сейчас такое могу намутить. 4, так, сделаем копию этого кадра. Так, сделаем его так вот, что он у нас на раз. О, вот это-то тоже надо все убрать, это нам незачем. Такой симпатичный пунктирчик. Так, внизу. И с этого кадра. Теперь вот у нас птичка полетела. Это нам надо сделать вот так, чтобы было понятно. Тыщ.
На самом деле, наобум делаю. Потом зато посмотрим, как это будет. Если у меня пойдет стрим в Дискорде, вы мне там это напишите. О. Кажется, уже написали. Справедливость восстановлена. Так, мне не нравится, что вот этот кусочек у меня линейный. Так, это что у нас классно? Ну и последний. Как-то же
жирновато для аниматика получается. Ох, не справится. Тут как-то такая искажалка была. Прикольная. Но это не она. Ну ладно. Так, хорошо, с этой птичкой разобрались. Теперь мы это все
все мы выравниваем. Делаем это все попозже. И у нас же есть еще один слой. Так, что у нас там со сборкой? Тяжело идет. Так. Ну что, этого также распотрошим? Да, тут делать. Это я рисовал, сразу видно. Здесь сделаем такую штуку. Вот так вот. И он, Иван, значит, у нас поднимается. Сейчас попробую одну штуку санимировать. Не знаю, получится или нет. Смешную. Так. Ну как, может быть смешно. Вот у нас Иван. И мы сделаем, что он... Так, Global Key поставлен? Не поставлен. Он у нас вот так будет ковылять из стороны в сторону. Закольцуем. Вот так он будет подниматься у нас там. Так, а теперь мы сделаем еще один слой. Так, мы сделали еще один слой. И крестик. Так.
Наоборот. Ивана привязали к нему. И он тут у нас вот так трепыхается, да? Иван. Закольцованно. Типа поднимается в гору. А вот этот мы будем... Можно его сделать невидимым. А вот этот будем анимировать. Типа что сначала он. Внизу. Наверное, он так быстро не поднимется. Может быть, он шустрый парень. А теперь он вверху. Вот он так. Так, пошел. И чё? Вот. Да, прикольно. В принципе, и понятно. Так, 78%. Так. Статус. Угу. Теперь это надо все закомпоновать вместе с... Должна быть на переднем плане. Так, ну мы привяжем ее к рулю. Так, вот это 8-й. Так. Седьмой. А, нет, это шестой. Так, а чё? О. Вот так вот. Теперь это надо как-то все закомпоновать, чтобы птичка была на переднем плане. Так. Камеру мы сделаем. Не люблю я камеру двигать. Знаете почему? Потому что она вот так. Она съезжает. Стол съезжает. Хотя, ну вот интересно, если вот так сделать. А, ну вместе с камерой тогда. Сделаем новый слой и назовем его okay. Вообще таймлайн, конечно, похорошел. Таймлайн сильно похорошел, это просто слов нет. С ним уже как-то так прям уже приятно работать. Новые не выскакивают, новые строчки, когда это не нужно, прям, ну, просто приятно. Так.
на рамку сделать. И все, и смотался. Ну и уж если совсем жировать, то можем сделать... Так, здесь ключик поставим. То можно сделать еще параллакс. Сделаем вот это движение менее интенсивно. А, это движение чуть-чуть. Что-то не то. Так. Ну, так себе параллакс. Так, и я хочу, чтобы вот Иван остановился, а то он у меня болтается как... Для этого сделаем новый слой. Так. Здесь у нас... Вот он здесь должен остановиться. Я делаю очень просто. Вот это удаляю. Копирую. Это тоже удаляю. Не, сюда сначала вставляю. Он у меня не там, надо кадр скопировать. Что-то все равно не там. Так, это call 3. Все. Вот, то есть у нас, чтобы не было одновременных новодвижения, да, мы делаем, что Иван поднимается, останавливается. Фух. Вот, то есть, понимаете, то есть он тысяч остановился, и зритель уже тогда вот готов, что что-то произойдет. И он уже готов перевести внимание на птичку, которая сматывается. Мы ее еще... Птичка.
еще уведем сюда. И в конце. Так, она вообще у нас видна? Ну, как бы не особо, да? О, у нас там тем временем компиляция закончилась. Так, ну ладно, я сейчас быстро сделаю. Беру анимацию масштаба. Вот мне не нравится, что она не целиком тут видна. Хочу птичку целиком, чтобы было видно. Сейчас будем. Ой. Вот так тогда делать. Так, сейчас всю анимацию удалим. Ну вот, вот такой вот. Такой вот у нас получился. Сейчас вот тут немножко еще тайминг. Класс. В общем, чем дальше работаю, тем прям прикольнее. Ключи жалко, не двигаются. Но это поправимо. Вот, собственно, вот так мы из вот этой сцены, вот, всего за какой-то час мы сделали аниматик. Главное, чтобы теперь у нас открылся. Так, тыщ. Что-то я так сказал и испугался. Да нет, все нормально. Все. Так, закрываем. И, итак, ЕВ. Интересно, последний раз мы их видим или нет? Эти ЕВ ужасные. Так. И смотрим. Смотрим. Так, закрываем. Включаем. Синхронизируемся, чтобы в облако улетело. Так. Так, там опять кто-то буянит. Ну давайте. Здесь есть, здесь хорошо, а тут? Хо-хо-хо. А тут мы что-то вляпались. Вот это то самое неожиданное. Когда мы не знаем, в чем дело. Ну, вроде да, все сделали. Mm-hmm.
Так, а что у меня здесь? Здесь. Это вообще здесь. Как оказалось? Неужели я чего-то не заменил? Ну, конечно, не заменил. А почему он его не нашел? Непонятно. Может, я его в игноры добавил? Exclusions, exclusions. Так. По-моему, я добавил его в игноры. Ну ладно, он его не нашел, но мы... Так, став конфиг курент. И мне это очень не нравится. Став конфиг курент. Да вот же изменено. А! Он не сохранен. И более того, тут такое дело, что, скорее всего, как раз в этом случае все будет плохо. Потому что нужно обновить став. Ну кто так делает? Ох, ребят. Ну, теперь не находит. Я, понятно, я отредактировал, но не сохранил файл. Так, ну что, ладно. Я думаю, что если я все это заменю, то нужно будет обновлять став. И по-другому похоже, что никак. Но если вот эту операцию последнюю не делать, вот эту вот замену, если не делать, то тогда все будет хорошо. Еще лучше.
еще лучше. Так, итальянский. Угу. А еще лучше я просто напишу здесь. Они, конечно, меня запинают. Но это повод будет начать обсуждение. По крайней мере, в Marivna Edition это будет пока что так. Так. Где там? Это что у нас? Ой. Что-то рухнуло. Ой, еще что-то рухнуло. Давайте уже добьем. На этот раз все будет быстро. Так, здесь X и клик. Здесь X, Y. Все, теперь оформляем pull request. Так, ну я надеюсь, это все работает. Все хорошо было поработать, но уже поработать и проверить, но уже как-то тяжело. Кстати, а что он у меня не завершается? Я надеюсь, что это не я. Ну ладно. Так, кто-то там комментит, опять у меня, вот. О, ну началось. Начали. Я еще тут предложил это интерполяцию цветом выделить. Вот. Ага. О, прикольно, они уже работают. Прикольно, красиво.
Так, надо сделать pull request. Так, commit. А мы на какой ветке-то? На мастере. Неправильно закоммитил. Так, надо вот так. Решетка Маревна. Чтобы отличать наши коммиты от не наших. Уберем Малину, потому что для них это не нужно. Все. Так, в общем, какие у меня заключения? Это, ну, Visual Studio Code мне прям пока что, если использовать как инструмент для поиска, ну, давайте что-нибудь еще посмотрим. Что еще? Вот, например. О, ну, в принципе, он, типа, все, ну, как бы, функцию он разрисовывал. Это хорошо. Надо потом дебаггер у него потестить. Вот. Здесь нечего делать. Вот. Так что у меня впечатление так пока что хорошее. Вот он.
Ну все. Ждем решения. О, Юра. Плюс одну тут. Все, ладно. На этом мы с вами прощаемся. Если ни у кого нет вопросов, я говорю вам до свидания, до новых встреч. Увидимся в следующем прямом эфире.